Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти 500 000 000 рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики, но человек всегда важнее денег. Благодаря нашим общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась. Количество заболевших снижается, я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична. Этой болезнью заразились почти 15 миллионов человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры, то есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни. Пришлось снова запирать в квартирах. Поэтому во избежание второй волны я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси. Но я уже предупредил, мы никому ничего не запрещаем. Куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет со всеми вытекающими последствиями. Мы создали идеальные условия для отдыха в своей стране. Надо поездить по Беларуси, надо хотя бы узнать, что такое Нарыч, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, на Припяти, на Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны, будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется. У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха. Поэтому советую, поберегите себя, своих родных и близких.